Мне нравится моя работа очень сильно, капец, как я люблю фоткать. Сейчас поеду я на другую съемку, мероприятие какое-то, разыгрывать машину буду. Постоянные клиенты, не будем называть букмекерскую контору, но вы все сами увидите. Поехали, фоткать. Вот эту машину будут разыгрывать. Мы пойдем пока внутрь. Ну, привет. Здесь вот розыгрыш машины. Это наш охранник. Это наши игроки, любимые, родненькие. Вот так, я с ними уже 6 лет здесь. Нормально. У меня тут броня. Это что у тебя? А, вспышка. Здрасте. Как дела? Всем салам. Всем здравствуйте. Вау, сколько людей. Ну, шалет, на втором этаже тоже. О, ты тоже здесь. А не знакомы, не лица, что вам больше всех надо, что ли? Ну, все пришли сюда, да? Здрасте. Здрасте. Всем добрый вечер. Как переносим в жару? Чуть погромче как-нибудь. Как переносим? Вода здесь где? Дайте мне воду срочно. Чего с тобой? Нормально? Ну, дальше. Доброта. Ну, похлопайте, что-нибудь скажите, не сидите такие, да. Да они выигрывают, пришли. Сейчас ко мне человек спустится, что они все такие там злые. Но человек вместе, я говорю, брат, ты не понимаешь, они все радуются. Просто стоят такие грозные, знаете, у них грозное лицо. Я говорю, они радуются, не обращая внимания. Вы же радуетесь, у всех же хорошее настроение. Правильно? Ну, честно. Ну, давайте похлопаем еще раз. Сегодня у нас свадьба. Почему-то на этом мероприятии тоже присутствую я. Короче, мы находимся в музее Туганова. У нас не сегодня свадьба. Мы находимся в музее Туганова. Это ученик Репина, человек, который основал художественную школу в нашей республике. Сейчас проходит выставка как раз его работ. Здесь 4 зала, и в одном из залов находятся работы, которые раньше хранились в водохранилище и никогда больше не выпускались. Мы это тоже посмотрим, но у нас сегодня главное это будет бэкстейдж со свадьбой фотосессии. А? То есть, мало того, успеваю, мало того, что я сейчас буду снимать здесь. Как? Ну вот, она же на меня. Короче, мало того, что я буду снимать здесь. Потом я поеду на свою основную работу и буду снимать еще и там. Нормально, тебе нравится, главное, чтобы тебе нравилось. Вот, поеду на свою основную работу, снимать закрытый сезон филармонии. Кстати, почему я здесь знаю, что происходит? Потому что здесь я что делала, правильно, снимала. Thank you.
Сейчас мы находимся в синем зале. Здесь впервые выставляются эскизы к театральным постановкам, просто любые эскизы, которые рисовал сам Ахырбек Туганов. Много-много лет все это хранилось в фондах музея. И сейчас, в год 140-летия со дня рождения основоположника художественной школы республики, все это теперь выставляется впервые. Фотограф в естественной среде. Посмотри, что мне между ног. У тебя? У кого? У меня. Я-то думала. Когда лень держать телефон руками, держите его ногами. У тебя целый подоконник здесь с моим телефоном. Подоконник держит мою жопу. На тебя еще не накричали, что ты сидишь на подоконнике? Пока нет. Ждем? Да. Лютую. Не, она, кстати, это что-то... Это потому что ты глазки строил? Нет, потому что деньги платим. Я думала, потому что ей нравятся молодые мальчики. Для нее ты молодой. Всего-то 30... Я для нее очень-очень-очень молодой. Юнец, профи. Наверное, правнук ей старше меня. Да, конечно. Есть кто-то старше тебя же? Ну, если она возраста моей бабушки... То правнуки не старше тебя. Давай рассказывай, что сегодня будешь делать. Фоткать. Почему фотка это в музее вообще так можно? Потому что они боятся в эту жару скочуриться. Ну блин, а кочуриться? Ну да, там жарко, 30-10 миллионов 30-10. Градусов. Да. Чтобы поймать, сейчас 30-10 миллионов градусов. Угу. И не знаю, как им, но мне 5 или 4 дня в горах с этой жарой было нормально. Ну блин, в горах. Может быть, поэтому тебе было нормально? Там выше температура, чем здесь. Там не 30-10 миллионов градусов, там 40-10. Если сфоткаю фотку, то фотосессия один день, делайте, что хотите со мной. Хоть на Луну. Какое платье у тебя? Что за Вот, а здесь даже ветра нет. Все, не вижу. Там тоже кто-то фоткается. Там козы. Там наша машина. Там горы. Тут очень много людей. Мы сейчас поедем чуть подальше. Наверх. Наши качели.
всеми нами любимая качеля в очередной раз. И сегодня у нас такая не невеста. Я невеста пока. Да. В Москве гуляют двое, и рядом с девушкой проходят. И он ему говорит: слушай, Ань, хочешь москвичку попробовать? И она типа: чу? И он ему протягивает конфету. Походу это сетевский прикол. Нет, это вот прям вот всякие вот эти вот вайнеры делали. Вот сейчас будет у нас москвичка Ярославовна кричать. Смотрим. Все, тебе нравится? Прыгай. Она пообещала не кричать, она и не кричала. Как ощущения? Ну так, немножечко адреналин. Отлично. Когда говорят, что типа, ой, я не хочу, там уже все фоткались. На самом деле одно и то же место с разными людьми. Странно. Мы когда поехали в этот город, я 4 дня был, там ветер, знаешь, как бы... Вообще-то это не я не хотел. А почему выбрали именно музей фотографироваться? Смотрите, давайте это самое. Я чуть-чуть не могу спиной повернуть. Все не попадает там. Не, я могу просто стиснуть. Вот так. И к ней точно так же сядь, как она сидит. Да, у нас. Вот, у меня так. И смотри, не глубоко, чтобы ты дома делала. Ноги вперед, чуть-чуть дальше. И спина все время ровно. Не готова. Когда их когда получили? Ты я тебе говорил, что в работе что-то. И вот. И что, когда они будут? Я могу. Нужно, да, все внести. Ты как от него сказал, мне не нужно вести. Нет, нам надо разбирать это все, да. Ну, ты скинешь мне? Да. Что здесь жарче, чем на улице? Взял вспышку, а синхронизатор не взял. Теперь скажите сиськи. Да, я вижу платную рисовую. Вот. И затарил ее правой рукой. Вот. Вот, сейчас как-то на нее только стоп, сверху вниз смотришь. Да. Смущение убери. Я вам сейчас даже готов. Да я не смущаюсь. Вижу я. Еще тянись к ней и, наверное, сделай букет, чуть-чуть согни руку. Вот, и выше потяни Карлену ближе. Да, вот. Теперь от него чуть-чуть отворачивайся. Знаешь, вот сейчас смущение сыграй. Вот прям, знаешь, смотри, ты на него смотришь, и потом вот так отвернулась от него и дай чуть-чуть улыбку. Серьезно. Да. Класс.
ближе встанешь, чтобы ты прям, чтобы кинулся. Еще ближе, ближе подойти. Че, Жорик, как тебе фотосессия? Пока не знаю. Красиво будет? Блин, очень тяжело здесь. Довольна тремя месяцами своей жизни? Отлично. Что мы сейчас делали? Поели? В такую жару хочется кушать? А что самое классное в совместной жизни? Совместная жизнь? Вот ты сейчас как святая светишься. Жорик. Да, ты вас видишь? Да. А у тебя? Лена, Диана у нас тоже здесь, нормальные девушки, такие красивые. Не, в натуре что-то серьезные люди стоят. Ну, поможешь нам девушку? Давай. Давай, сильнее, сильнее. Что ты такая хрипкая? Что, на прием есть? Ну, подойди. Может, я подойду, скажу, то есть я уже фоткался. Сфоткай меня еще раз. Мне хочется сторона левая, ты можешь подойти правой стороны. Постой. Подожди, вот с телефоном сфотографируйся, добавлять я прошу. Это, ну, когда у тебя еще Samsung был, что ты тоже стоишь с фонариком ходит в него? Ребят, очень интересный вопрос, я думаю, если кто-то увлекается автомобилями, он должен это знать. Хотя я сам, в принципе, недавно об этом узнал. Под каким именем продавали знаменитый автомобиль «Запорожец» в Финляндии? Ялта! Я вот. Откуда ты знаешь? Я историю. Историю чего? Запорожца. Тебе интересна была история Запорожца? А первая машина Запорожец. 21 год, первая машина Запорожец, это прям ты мужчина. Ты же не дашь мне? Нет. Нет. Он не даст. Ребят, сразу говорю, человек, который выигрывает Камри, я просто вот по-братски прошу вот этого пацана потом просто не забыть. Этот человек сейчас выиграет, вытащит билет, который выиграет Камри. Ну, машина, да? Справедливо же, что пацана не обидит, да? По-братски же будет. Скажи честно, так же? Все заругано, доставай. Давай вот так, да, поподкинь, поподкидывай, короче, поподкинь, блин, подкинь. Ах, блин. Мама савар, да савар. Ага. Вот этот билет выиграл Камри. И я пока не скажу, пока мне 5 тысяч на счет не кинут. 5 штук. Ключи от Камри у меня, билет тоже у меня. До новых подойти. Сасы, ты что, Марты, гэй? Ничего на умный, братуха. Камри, я думаю, не думал, кроме нас не нужна. 176-041. Мои поздравления, ты выиграл Камри. Я надеюсь, он здесь, и те, кто не выиграли сейчас, вот бы его не было. Вот бы его не было, да еще раз его пропустили. Кто ты? Ну, можно же, да? Сегодня ему исполнилось 18 лет. Вот человек, который выиграл Камри, сегодня его тоже очень сильно поздравили. Давай. И вот сейчас тебе максимально надо вытягивать постоянно. И не профиль, а примерно как он, чуть-чуть сюда. Да. Вот так будет.
Корнян, попробуй правой рукой, с ее рукой как-то взаимодействуй. Во-во-во. И теперь смотри, теперь наклони голову сюда. Еще вот так, но также в эту сторону повернуты. Да, все, теперь смотри, ты такой взгляд, ты смотрел на нее, на плечо. Да, и в этот момент ты просто отвел свои глаза в сторону направо. Только глаза, да. Наклони налево голову сильнее. Вот так, и Нейра тоже вниз опусти, посмотри на его руку. Да-да-да, во-во-во, отлично. Уже представляю, как жарко. Ой, в этом все. На улыбку. Наверное, чуть-чуть плечо сильно назад сделай. Чуть-чуть плечо сильно назад. Да. Вот смотри на меня. У тебя плечо вот так сейчас. Тебе надо шею открыть, это надо вот так сделать. Назад и вниз. Да. И букет опусти прям. Либо положи на подоконник. И возьмите за руки. Внизу. Да. Прям понюхай, какой у него этот парфюм. Сжарка? Сжарка. Идите вот сюда, встаньте. Чуть ко мне. Даже вот сюда ближе, чтобы со света было больше. И сейчас скажу, как лучше сделать. Здрасте. Это что, Карл? Да. Ну что, Жори, как тебе? Кто Чера? Слушай, такой этот план классный. Ты лошадь. Его не видно. Давай вот со стороны, чтобы ты засвеченный не был. Ой, а где Жорик? Давайте поиграем в игру «Найти Жорика». Где Жорик? Оп, Жорик. Извините. Он с гендерными признаками. Это этот, яйца Чингисхана. Все, что нужно, поймешь, да? Ты какой еще научился? Там... Не заходи туда. Я хотел туда, а вот там сфоткать. Сейчас спиздим это все. Давай. Давайте спиздим. Это фондохранилище их. Я честно думала, что картины, которые никогда в жизни нигде не выставлялись, хранятся в каком-то более... Они хранились здесь. Вот, адекватном вот здесь все было, в этом хламе. Я вот так хочу. Ну хочешь, иди поставь их. Сейчас я попробую сделать что-нибудь. Давай, сломай весь музей. Жорик, Жорик. Подожди. Идет, идет, начинает игра.
Ты что, пойдем на улицу? Все, отлично, пойдем на улицу. Открывай, вдруг это не от нее. Поздравляем тебя. Спасибо. Она не живет. Давай попрыгну, типа открой дверь вот эту. О, так, постой, подожди. А где ты, что Владимиров? Посчастливее. Марат, а ты поставил лайк под мой комментарий про футболку? Когда сегодня? Не, это когда? Вот ты сегодня про него сказал. Про что? Про футболку. Про футболку? Что за футболку? Я тебе написал, Бай Вайда футболка. А-а-а, все, это ты был? Не, ну картинка яркая, а ты такой там тусклый. Я же такой тип, вот, бля, Галип меня знает, бля, я сейчас вот сюда ехал, клянусь. На кроссовке ты рагабко, то у меня порванные кроссовки были, блядь. Я вот в порванных кроссовках хожу. Хожу, меня жена заёбывает, блядь. Бля, не могу, мне похуй, блядь. Я вот шмотки покупаю и татыры заначиваю, с другой стороны, вот там тоже. Сейчас смешно будет, моя машина приедет. Вообще, я думаю. Все, сейчас вот просто теперь подними. Теперь будет грязь, нормально. Подними теперь, чтобы она, пока вы дошли, высохла. Звание рукожоп переходит. Теперь рукожоп не черный. Нет, там тоже рукожоп. Вон тамик был. Да, еще есть. А, в смысле, обычная водичка? Нет, обычная нет. Урна, вот так просто вообще. Я не иду с ними. Я знаю, значит, что машина идешь. Да. А вы уходите, да? Да. Пока. Спасибо. Пока-пока. Чей туфля? Ну что теперь ты, Золушка? Кто найдет твою туфлю? Будет обязан жениться на тебе. Я на нем.
заставляю девочек делать. Попробуй перешагнуть. Ты должна сесть. Вон туда на забор сядь. А, да. Блин, это очень холодно, я вам отвечаю. Сильно не поднимай. Моя. Дошла. В принципе, можешь вылазить. Нет. А ну подожди, там постой. Прям по ветру встань. Вот такое еще есть одно красивое место. Грязное. Прям возле дороги. Очень красиво. Только если ты бы налево повернулась. Во! Прямо идеально. Постой так. Мостик убрали, все тут заросло. Что ты пиликаешь? Медленнее иди, медленнее и туда смотри. Все, так, стой. Да, ну это почти, я почти. Ну все, давай, пока. Ну все, мы закончили. Наша девочка ушла босиком, потому что она потеряла свою обувь. И пришлось ей идти босичком. Ну вот так вот получилось.